Мать, смотри, какая прикольная штука. Мать, это тики-токи. Эта штука меня пугает, на самом деле, когда она резко... Ма, она такая... Ва! Ма! Ма! Короче, дорогие друзья, у нас сегодня, как вы видите, смотрите, это мой ТикТок, короче, смотрите. До Нового года остается маленечко. Да, тут надо, у чтобы... У тебя 18 миллионов лайков и полтора почти миллиона подписчиков? Адя! Адя? Ты же балдец, там ТикТоки наворачивать. Ма, адя, давай, ма. Че тебе давать? Вставай, давай, что развалился? Ма! Ма! Хочешь отпродюсируйте? Нет. Да ладно. Короче, дорогие друзья. Ма, осуждаю. Короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк. И тогда у вас будет все хорошо. Вы будете мега популярны. Кстати, да, если вы хотите стать мега популярными, то нажмите прямо сейчас лайк. Представьте. Короче, я наделяю вас силой и популярностью. Ма, я наделяю. И подписывайся на канал. Да, конечно, он наделяет, Ну, конечно же, он наделяет. Ма, я же это ютубер, я могу. Начать, Если вы дзыгните в колокольчик, то сила наделения удвоится. Да, ну, вообще-то это правда. Ма, я, кстати, ютубер. И, друзья, и вопрос сегодня. В каком приложении вы сидите больше всего? Абсолютно любое может на телефоне написать. Это реально очень интересно. Мы почитаем, да, ма? Да, я, кстати, сейчас сижу в одном приложении, я не знаю, можно говорить или нет? Ма, не говори, пусть комментарий, надо писать, ма в комментариях напишет, и вы тут. Ладно, напишите, короче, в комментах, смотрите, ищите. Короче, и смотрите, друзья, вы как бы подпишитесь, сделайте мне подарок, 1,5 миллиона, и все, чисто на Новый год, как бы вы можете... Житие. Ма, ну чисто... Давай дальше, давай. Ма, там, короче, будет 1,5 миллиона, мне будут писать разные девочки, а я буду мега популярить. Пошли снимать тиктоки, все. Ма, пойдем, ма. Кстати, друзья, мы сегодня снимаем тики-токи, короче. Да, наконец-то. Наша обожаемая рубрика тики-токи. У нас тут уже кошки есть. Это, короче, декорации. Короче, друзья, как всегда, мы прям показываем, как мы снимаем видео для тикток. А что поставить, что получилось... Вы как бы знаете, ну как бы вы уже видели в начале, там галочка, миллион 400 подписчиков, как бы, ну вот. Короче, заходите в ТикТок и смотрите полную уже отредактированную версию. Да. Короче, смотрите, здесь сейчас будет эксперимент. Короче, мы типа ставим курочку, потом свинку, они, понятно, не смогут пройти. А потом, короче, типа такая коровка проходит. На самом деле коровка будет ма, но вы посмотрите, как бы это будет отработано. Ма, иди сюда рядышком. Стой. А потом, ма, типа срезка, и как будто ты остаешь. Ма, ну ты не корова. Сначала... Ма, сначала ты ма. Ма, сначала ма. Все, от... Ма, не та, у тебя глаза красные. Вот. Покраснели. Покраснели. Короче, дорогие друзья. Ма, все скорость, смотрите, сейчас будет эксперимент. Туду. Me down. Down, down, don't bring me down. Yes, I can, don't bring me down. But I'm feeling this one. Clown, don't bring me down. Don't bring me down, down. Ду-ду-дун. Дун, дун, ду-ду-ду-дун, дун, дун, мо. Не прожили. А теперь ты превращайся в корову и там типа срезочку сделай. Да, теперь вставай сюда. Вот сюда, где, вот сюда, мо. Корова нагернется, блин. Опачки. Все, давай. Типа, сейчас я такой, типа. Сейчас. Корова, типа, знаешь, как будто я яйцом поставил сейчас. Корова. Что делает, вообще не понимаю. Ма, я там замонтирую, будет все круто. Подписчики тоже посмотрят. Ты, смотрите, давай. Я тебе такой поставил. А не, Ма, уйди отсюда. Взгляни. А, ты вот эту корову! Ты ма, его, ма, в креативу вставь. В креативу. Ёлки-палки, что-то сразу нельзя было сказать. Я, Ма, я там быстренько смонтирую. Короче, друзья, я как будто монтаж... Ну, вы посмотрите, все будет четко. Ма, взлетай отсюда. Смотрите, я сейчас, типа, ставлю корову. Оп. Теперь, Ма, я ее скидываю, там будет срезка. Ма, вставай сюда и вот так вот смотри, короче. Так? В стену, Ма. Давай. Раз. Не, в стену, Ма. Вот противоположно. Вот, Ма, еще. 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 Вот так. Давай. Раз, два, три. Та-та-ра-тан. Тан. Тан. Та. Ма! Запорола все. Ма! Разок дубалёва. Вот так мы с ним. Ма! Да ё-моё, Ма! Просто... Вот так проси, Ма, да? Типа, возьмёт ТикТок со мной вместе. Да, Ма, пипец вообще, позорище какое-то. Паркур, ну как ты мог, как придумать вообще ТикТок про... Давай, все. Ма, давай, раз, два, три, Ма, погнали. Та-та-ра-пам, пам, пам.
Ма, ну что споришь-то вообще кадры? Так этого достаточно. Ма, нет, еще чуть-чуть подальше. Ма, давай заново. Ма, я продюсер, я хочу как. Офигел вообще. Ма, поразворачивайся. Давай, раз, два, три. Па-па-ра-пам. Пам. Ма, ты что такая корявая? Смотрите, друзья, смотрите, я просто так покажу. Так это сложно. Ма, вот так. Пам-па-ра-пам. Пам. Так я не знаю в том, что я должна это мега быстро пройти. О, ма, давай уже вставай, давай. Дубль последний, если что, ма, короче. Короче, ма какашка, короче. Ма, встань уже. Ма, ты где вообще? Ма. Давай, раз, два, три. Па-па-ра-пам. Короче, друзья, снято. Ма, ты позорище, ма, ты просто позорище. Я с тобой с ТикТоки не буду снимать. Ма, давай последний дубль, ладно. Ладно, последний, все. Если сейчас ма обкекается, если, короче, ма обосрется, то мы ее, короче, кикаем, баним. Раз, два, три. Па-па-ра-пам. Пам. Пам. Пап. Мо, просто позорить, 2 года играть. Ну, опять ты должен блоки, но все, нормально все. Ма, отлично. Короче, друзья, вообще. И так сойдет. Ма, какой и так сойдет? Если все-таки, ма, высокое искусство, ТикТок, как будто, как бы, и так не сойдет. Так, следующий ТикТок. Приветики. Ма, привет. У меня к тебе интересная загадочка, женючек. Давай, разгадывай. Ма, давай. Ага. Смотри, в одноэтажном доме были розовые стены, розовый пол. Ага. Были розовые котята, розовые щенята, розовый диван, розовый холодильник. Ма, там был розовый кискерс и сискерс. Там был розовый кизык, стискерс, розовые картины и розовые кровати. А телевизор там был розовый? Вопрос. И телевизор розовый, все розовый. Каким цветом была лестница? Ма, какиешки тоже розовые были? Ты что же получишь, а у меня? Ма, каким чё, цветом, чё, кто был? Каким цветом была лестница? Ма, значит, тоже розовый. Нет, не угадал. Ма, потому что, смотри, там стены розовые, кискерс розовый, значит, лестница тоже розовая. Ма, круто, да? Нет, не угадал. Ма, как, а чё? Я начала слушать, там же сказано, в одноэтажном доме нет лестницы. Все снято, короче, друзья. ТикТок мы этот снова тоже сняли. Ма, что-то... Сюрприз какой, да, хотел? У меня к тебе вопрос, давай поиграем в одну игру. Давай, ма. Короче, это ТикТок будет? Да. Давай, ну-ка. Ну, если, конечно же, это получится. Ну, давай. Короче, если ты скажешь слово «нет», то ты должен скинуть мне на карточку 10 тысяч рублей. Мо. Давайте тут алмазиков ма стак скину. Мы же все-таки в Майнкрафте. Вот ты на стак алмазиков ма. Не-не-не-не-не, 10 тысяч рублей сюда. Ма, не, стак алмазиков. Смотрите, ма меня разводит, ма, ты чё разводишь? Давай, давай, играем в игру, короче. Нет, ма, алмазики, вот, только на... Слушай, вопросики, всё, ма, на алмазики играем. Матросики пошли, матросики, всё. Ма, в алмазики. Тебя зовут Женя? Тебя зовут Женя? А чё, подожди, чё там нельзя сказать? Если скажешь слово «нет», то ты проиграл. А, давай, ма. Тебя зовут Женя? Да. Здесь розовые стены? Ма, да. 5 плюс 5 это сколько? Много, ма. Это сколько? Ма. 5 плюс 5, ну 5 плюс 5. Ма, 11. Неверно, ма, ну короче, неважно. Это подсветка каким цветом? Красный, ма. Блин, ты что, уже играл в эту игру? Ма, нет! Ма, что там за... Ма, ты чё? Ма! Ма, ты чё? Ты мне должен 10 тысяч. Ма, нет! На тебе, ма, алмазики. Мы на алмазики играли. Ма, мне город... Взяла, смотри, тебя в кафе нет. Ма, ты... Ма, мне развели, говорю. Ма! Ой, не могу. Всегда с твоим приколом, Марю. Моё видео. Мой ТикТок получится. Получился ТикТок. Короче, друзья, теперь снимаем следующий ТикТок. Давай, погнали. Оп-оп-оп-оп. Офигенный ТикТок. Мо, это тоже в ТикТок поедет. Сейчас, друзья, следующий, короче, будет раунд в ТикТоке. Кстати, вы можете также своих друзей разводить. Короче, этот ТикТок скидывайте своим друзьям, своим
одноклассникам, одногруппникам, подругам и всем. А можете не скидывать, а просто так угорать и шутить. А, да-да-да, а потом скидывать в конце, обязательно показывать. Ну да, чтобы показать, показать, да-да-да-да, это мы придумали. Дорогие друзья, следующий тикток подразумевает, что Ма, короче, спрячется вот здесь, типа такая, как собака. У меня будет конура, ребят, моя собственная. Ма, вжух! Собака! И я петух! Собака! Закрыли! Закрыли! Итак, Ма, сейчас врубаем музон, начинается тикток, короче. Так, где он тут? Ма, погнали! Ма, вылезай! Спасибо, прикольно. Короче, дорогие друзья, тиктоки снят, короче. Ма, вставай в обычно. Наконец-то я не пес. Ма, не псина сутулая. Не пес смердячий, короче. Ма, ты смердячий пес. Аж чесаться начинаю, когда встаю на четвереньки. Ма. Ма, осуждаю. Так, что там следующее у нас по расписанию? Так, следующий тикток, короче, погнали, друзья. Сейчас расскажу, что делать. Ма, теперь, короче, нам надо это на разборку такой. Тарарараран. Та-ра-та-та-та-ра-ра-ра. Ой, мы идем на разбор. Ма, вот здесь, давай, вставай, сейчас на счет три прям пойдем, я потом широкий нас сделаю. Так, давай, вот так, сейчас, раз, два, ма, ну не двигайся. Раз, два, три. Ма, не синхрон, давай еще раз. Раз, ма, еще чуть, ну на одной линии, ма, на одной. Раз, два, три. Ты-ры-ры, ма, ну что ты, ма, что ты запаздываешь? Так у меня звук доходит с опозданием, и тренды тоже, кстати. Ма, раз, два, три. Та-ра-ра-ра-ран. Тарарарата, тарарараран, тарарарата, тарарараран, тарарарата, тар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 
Потому что он очень странный для меня. Ну, он прикольный. Сейчас идем с охламончиком на разборке в школу. Ман, так. Кстати, ко мне так секси пишет, они типа так и говорят. Да, серьезно? Да, да. Прикол. Так, все, теперь матерь, короче, превратится в Иисусыча, и мы, короче, опять с ним там, где он спускается, и то, ищет Господь, это та-та-та-та. Мо! Давай мне Иисусыча, давай. Все, ладно. Только Ма сейчас с ним немного другой тикток. Ты чё? Мас! Вообще с ротик закроем. О, ты чё? Отвяжи! Мо! Все, попрыгали отсюда нафиг, на батут. Прыгаем. Ма, все! А знаешь, что Москва мне перед серией? Давай мы отснимем эту серию и пошлем друг друга, короче, на и поздравим с Новым годом. Действительно, уже год, ну год прошел, ребят, когда уже наконец-то он закончится, начнется новый 2021. Мы пошлем друг друга на и пожелаем счастливого Нового года. А потом встретимся и будем дальше снимать для вас видосики. Да, и опять снова, да. Снова я... Снова я... Матика! Мод! Снова говорю, пока мы несовместимы. У тебя... Ой, у меня пустой карман. Суждаем вообще. Все, давай скидываем скинтон. Ма, сейчас скидываем скинтон. Это Иисус Господь, Иисус Христос Господь, ну что ты тут надел, ну ё-моё вообще, шики, ну как так, кто вообще так делает? Это неправильно, надо делать вот так, понял, да? Понял, ты понял, ты понял? Да, вот да, да. Всё снятого! Ю-ху, пынь, блин, что ты ему сказал? Не попало. А, не попало. Ну ладно, мне показалось другое. Типа, блин, да упало. Да тебе еще что-то кажется, ты уже... Ма, там подписчики тоже на тебе... Ма, на тебя тоже подписчики гонят, что ты матюкаешься, ма. Ребят, если вам послышалось, что я матюкаюсь, это вам послышалось. Осуждаем, ма. Ма, давай в ма переодевай, что ты стоишь и красуешься. А, да-да-да-да-да, точно. Да-да-да-да. Jesus. Так, ма. Ладно, что нам дальше, погнали. Так, следующее, короче, ма, этот... Снова я? Нет, ага. Нет, Майлит, элитрики наши любимые. Блин, какие элитрики, я все умею. Ну, ма, давай тёпайся сюда. Ма, короче, обожает элитры, короче. Просто обожаю элитры. Давай уже с элитры. Покончим с этим раз и навсегда. Ма, как эти фейерверки называются? Фейерверки?
Ну да, там как-то эти. Или тут нет. Огни? Нет, здесь Майнкрафт, Тима. А, ну фейерверк так называется. А что-то нет, Тима. Фейерверк. Тебе зачем фейерверк? Ну ладно. Ты хотел фееричное мое падение, что ли? Конечно, Ма. Давай, одевай, короче. Ой, господи. Ма, погнали! У-ху! Ты креативе, выйди из креатива. Ма, ты тоже выйди, Ма. Так я не в креативе уже. Ты, Ма, ты уже в могиле. Давай, Ма, погнали! У-ху! Так, все, я лечу! Давай, Ма! Ма! Ма, короче, реально не умеет летать на элитрах. Да как, я не понимаю! Ма, я взлетаю, как ракета! Света ниже пледа. Я не знаю, как... Ма, пойдем еще раз. Еще раз, хорошо. Ма, пошли, пошли, забирайся по ступенечкам. Еще раз, ребят. Ма, дубль 2. Дубль 2, как говорится. Короче, час спустя, дубль 22. Да. Ма, тебе нравится? Два часа спустя. Ма, тебе нравится летать на элитрах? Мне безумно нравится. Ма, смотри, Ма, рассказываю и обучаю, смотри, Ма. Берешь вот так вот, крылышки распускаешь, и все. Все, полетела. Ма! Просто камнем топором вози. Ну, Ма, ты топор, реально. Ма, ты топор. Следующий тикток снято. Мне не дано. Ма, не дано летать. Ма, тебе не дано летать, ползаешь. Дорогие друзья, а сейчас мы, короче, снимем самый такой популярный тикток, который снимает вся молодежь, короче, России, Ма. Короче, Ма, ты смотри, я, короче, врубаю трек, мы такие, типа, такие на месте, типа, такие, ну, ты начинаешь танцевать, я, типа, трясу башкой, а потом ты такая резко на балкон выбиваешь, и там, типа, типа, как будто орешь, Ма, ну, ты поймешь, когда надо. Как будто ору? Да, Ма, короче, все, погнали, сейчас что получится, то получится. Ну. Ма. Ну давай, дубль 2, короче. Давай, типа, вот давай так вот. Дубль 2, ты мне объясни, я не понимаю. Мам, ты сейчас поняла? Вот это. Там трек играет, потом ты резко на балкон выбегаешь, и как будто вот это ты орешь. Давай, готово. Давай, раз, два, три. Давай, Ма, передо мной танцуй. Ма, выбегай, выбегай, Ма. Ма, отлично снято. Маугар, нет. Господи, жесть какая. Ма, ну это допустим, тики-токи. Допустим. Ма, теперь мы просто давай дэнсим. Ма, теперь мы просто такие дэнсим, а потом я музыку крутую вставлю и это. Давай. Ма, давай так вот дэнсим. Йоу. Йоу. О, нифига, Ма, нифига. Я ору с того танца. Ма. Ма. Чисто Ма такая. Ма, я там трек подставлю, вытащи. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк за такую крутую серию. Да, девушки, подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте колокольчик. Да, и ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, тикток, и не забывайте смотреть. Все, всем покусики.